Эмир Кустурица не приедет на открытие «Духа огня». У нового президента фестиваля кинематографических дебютов уважительная причина. Именитый режиссер накануне отлета сломал ногу. Травма оказалась серьезной. Потребовалась операция. Но сейчас Кустурица идет на поправку. По словам организаторов, Эмир рассчитывает на то, что сможет прилететь на закрытие «Духа огня», а сам объявит победителей. А пока он передает привет зрителям из больницы. Я вас все люблю, все люблю, и я вам я хочу сказать, что если все будет хорошо с операцией завтра, так я у вас буду до конца фестиваля. Если нет, увидимся в следующий год.